Вот еще хотел я рассказать такую тему, связанную, ну, которая так немножко замыкает, что ли, уже прочитанные лекции. Мы опишем несколько новый еще класс систем, который тоже тесно связан с интегрированными системами типа модели Гадена, которые окажутся в итоге связаны с системами частиц и со способом квантования систем частиц. Вот то, что мы обсуждали на протяжении последних лекций, было описание способа построения квантовых, ну, точнее так, основы для построения квантовых интегрируемых систем типа цепочек. Вот мы объяснили, как квантовать функции на группе, как квантовать универсальную обертывающую алгебру Ли. И мы поняли, что вот те объекты, которые вводились исходно в механике интегрируемых систем, использовались потом для квантования спиновых цепочек, вот они сыграли тут важную роль. Вот теперь еще я хочу рассказать еще один класс задач, который тоже тесно связан с механикой, с одной стороны, с другой стороны, дает тоже способ квантования, изучение квантовой задачи. Вот напомню, что мы, по-моему, на пятой лекции обсуждали модель Гадена. Модель Гадена. Эта модель была с линейной R-матричной скобкой, в отличие от цепочек, который с квадратичной. Ну и в этом смысле она немножко проще, поэтому мы про нее здесь и говорим, но в принципе все то же самое, только немножко посложнее, можно будет воспроизвести и для цепочек. Так вот, как мы эту модель описывали? Мы говорили, что вот модель задается матрицей Лакса такого вида. У нее n плюсов в отмеченных точках z и t, то есть это матрично-значная функция. Ну вот с простыми полюсами фиксированном наборе точек. То есть S это просто вычеты, это матрицы, тоже, ну давайте их считать там размером какого-то n большой на n большой. Сумма до n маленького, а там n большой. Значит, как мы их описывали? Мы брали производящую функцию гамильтонианов, считали след квадрата L, как это делается в механике классической, и видели, что, значит, гамильтониан так устроен. Во-первых, тут есть вот казимиры и ты. И эти казимиры есть просто следы вычетов в квадрате. Так. Ну а еще были гамильтонианы. И эти гамильтонианы имели такой вид. Напишем их здесь. H и t есть сумма пока не равным i, след s i s k на z i минус z k. Вот это гамильтоняны Гадена. Пуассонова структура тут вот такая достаточно простая и естественная, что вот у нас в каждой отмеченной точке, в
каждой отмеченной точке сидит просто скобка Пуассона Ли линейная. S, C, B, дельта AD, S, AD, дельта BC. Да? Вот. Да, ну и значит, то, что это функция Казимира, следы степеней, означает, что вот эти Казимиры все коммутируют с любым S, AB. Да, и теперь у нас было много отмеченных точек, то есть мы сюда вешали индексы ежи еще, это вот, вот эти верхние индексы. И скобка не нулевая, только внутри вот одной отмеченной точки. А для разных отмеченных точек — ноль. Вот. Ну и вот эту скобку мы еще записывали в таком виде. В матричном виде, вот в тензорных обозначениях S1, S2, EG. Вот, подобно тому, как R-матричные скобки записывались, что это S1, P1, 2, где P1, 2 — это вот оператор перестановки. Да, здесь все ABCD бегут от единицы до n большого. N большой — это вот размер вот этой матрицы S. Вот, а и G, да, значит, и G от единицы до n маленького. N маленькое — это количество отмеченных точек и количество этих матриц. Ну вот, теперь каждый итый гамильтониан производит свою динамику. Вот, мы можем эту динамику запустить и написать, вот у нас есть гамильтониан и есть скобка Пуассона. Значит, мы можем выписать уравнение движений. Вот уравнение движений имеет такой вид, что ds it по dt gt есть S, I, S, S, G, в матричной форме пишем Z, I, минус Z, G. А это для I неравных G, а когда I и G совпадают, то так, то будет вот такая формула, что это будет минус сумма по K неравному I, S, I, СК, З и минус ЗК. Вот. И да, что еще нам важно, что что динамика по какому-то итому или там житому времени задается уравнением Лакса. Ну, то есть это вот скобка Пуассона житого гамильтониана с Лаксом, с вот этой матрицей. Вот, и она записывается как коммутатор L с М-житым, где М-житый очень просто устроен. М-житый есть минус S-житый на Z минус ZG. Вот, вот такое у нас было описание модели Гадена. Теперь давайте вот что сделаем. Рассмотрим его неавтономное обобщение. Здесь прямо напишем неавтономное обобщение. Модели теперь Гадена. Пуассонова структура останется той же самой. Да, ну, во-первых, скажем, что мы имеем в виду под этим. Неавтономное обобщение будет вот в чем состоять, что мы времена иты отождествим с параметрами z-итами, то есть отмеченными точками.
Что это означает? Это означает, что теперь у нас гамильтонианы явно зависят от времен. Вот слово «неавтономный» в механике означает, что есть явная зависимость от времени. Ну и вот ровно это здесь имеется в виду. То есть мы имеем теперь дело с неавтономной гамильтоновой системой. А при этом уравнения движения будут задаваться ровно так, вот как нам написано, только вот с этим отождествлением. То есть, иными словами, мы должны теперь написать вот такое уравнение движений. Вот там я написал прямые производные, здесь частные. На самом деле в этом нет никакого большого смысла. Все тут переменные динамически могут зависеть от всех времен. Тут просто как можно и так писать, но тогда надо оговариваться просто каждый раз, и что имеется в виду. А теперь у нас здесь еще будет явная зависимость от времени, для которой тоже нужна будет своя частная производная. Сейчас вот давайте допишем вот это. То есть там, вот тут я просто в левой части t на z поменял. Больше ничего не произошло. И вот эта система уравнений, вот эта система уравнений называется системой Шлезингера. Вот на самом деле Шлезингер намного раньше Гадена изучал. Это было уже там 100, даже чуть больше 100 лет назад. Эту задачу просто в связи с совершенно другими, с другой постановкой. А модель Гадена, Гаден на самом деле изучал скорее квантовую задачу. Вот классическое описание модели Гадена, которая, так сказать, очень похожа на систему Шлезингера, оно тоже и еще позже появилось. Ну, хотя, опять же, там те же 100 лет назад оно в какой-то степени тоже было известно. В этом смысле тут вот Шлезингер, Гаден и еще Гаренье, вот три автора вот этого круга задач. Значит, да, в неавтономной механике, в автономной механике у нас в обычной динамика задавалась для произвольной функции скобкой Пуассона с гамильтонианом, а вне автономной у нас еще будет здесь добавляться частная производная по времени. Да, вот полная производная по времени, это складывается из скобки с гамильтонианом и частной производной по времени. Вот мы ее так обозначим штрихом, чтобы понимать и отличать частную производную. Вот здесь мы тоже пишем частные производные. Но здесь мы их пишем просто потому, что времен много. А теперь мы еще должны, так сказать, другой эффект различать, что есть частные производные по явной зависимости от времени и по неявной. Неявная состоит в том, что динамические переменные все функции от времени. И это, так сказать, то, что содержится в скобке Пуассона. Может быть явная зависимость от времени. Тогда вот эту производную по явной зависимости от времени, ну вот давайте там штрихом как-то обозначать. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Вот на самом деле понятно, что S и ты, ну это вот как раз функции с неявной зависимостью от времени. Да? То есть вот явная там зависимость от времени, она, например, в гамильтониане. А S и ты просто динамические переменные сами по себе. Вот в смысле, когда мы пишем производную там d S и ты по d z g ты, то никакой явной зависимости от z здесь нет. В этом смысле останется только вот эта вот часть.
То есть тем самым, если в обычном случае, в обычной механике неавтономной были вот такие уравнения движения, которые задавались вот этими гамильтонианами и этими скобками, то и в неавтономном случае они тоже останутся такими же. Другими словами, вот гамильтоновое описание остается, оно полностью сохраняется, приходит из модели Гадена. Вот эта скобка, эти гамильтонианы описывают вот ровно те же самые уравнения. Но теперь возникает проблема с уравнением Лакса. Потому что когда вот мы считаем тут производную, вот теперь мы вместо dl по dtg должны написать dl по dzg. Zg. Да, и значит, из чего она будет складываться? Мы должны вот продифференцировать вот эту вот сумму, да? Значит, раньше она складывалась из того, что мы вот должны были посчитать вот эти вот производные. А теперь не только эти, здесь z. Да, теперь у нас еще есть производные вот по z, стоящему в знаменателе. И это нам даст дополнительный кусок. Да? В смысле, что здесь вот g фиксированный индекс, но вот во всей сумме, которая здесь стоит, вот есть один член, ровно тот, в котором z житый в знаменателе стоит при e равном g, вот, на который это производное подействует дополнительным слагаемым. В смысле, подействует и произведет дополнительное слагаемое. Вот, и его не было. Его вот в этих уравнениях Лакс не было. То есть вот в левой части появится вот этот вот кусок, который ничем не компенсируется. Вот если им житые, остаются такие же. Значит, но можно поступить так. Можно вместо уравнения Лакса написать теперь другие уравнения. dl по dzg t минус d по dz mz, или тоже от z, равняется коммутатору lm. Действительно, да, mz. Действительно, если мы посмотрим, то вот увидим легко, что производная m по z, вот дифференцируем, да, значит, минус сократится. Мы получаем тот же самый кусок. То есть если мы подставляли в уравнение Лакса, у нас получался лишний вот этот вот член, то если мы теперь добавим вот такую, вот то, что здесь написано, вот этот вот кусочек вставим еще сюда, то он его ровно компенсирует, и все останется как было. А нам и нужно, чтобы все осталось как было, потому что мы знаем, что уравнения движения-то имеют прям буквально такой же вид, только вместо t надо подставить z. И те же гамильтонианы, и те же скобки, все то же самое. То есть вот, значит, вместо уравнения Лакса теперь появляется вот такая вот вот такое уравнение, там можно назвать его уравнением просто нулевой кривизны. Да, уравнение нулевой кривизны в том смысле, что оно получается вот как условие нулевой кривизны связанности. Одна связанность, теперь L, то, что раньше было матрицей Лакса, становится теперь компонентой связанности вдоль вот кривой на
который живет в спектральный параметр Z. Ну, в нашем случае это сфера, сфера Риммана комплексная. То есть P1. А Z-житые, ну это вот времена, это в этом смысле это то же самое, что было и раньше в уравнении Хлакса. Ну вот, и на самом деле, конечно, появлялась эта система Шлезингера исторически не так и не с такой мотивацией, а, так сказать, мотивацией для нее, для этой системы уравнение Шлезингер было вот изучение изомонодромных деформаций, так напишем, изомонодромные. Деформации и уравнение Пенлеве. Это довольно большая отдельная тема, которая тесно связана с многими разделами в матфизике. Но вот как мы видим, и с интегрированными системами она довольно простым естественным образом связано. Ну и в общем это предмет для там, отдельного большого курса лекций. Значит, вот если останется время, я хотя бы вкратце скажу, что это за задачи и каким образом эти вот уравнения тут возникают. Но нас будет интересовать скорее не происхождение этих уравнений, и вот не постановка задачи об изомонодромной деформации и связи там, со свойствами Пенлеве, а такое ее вот, приложение к интегрируемым системам. Приложение, которое будет состоять в том, что квантовая версия системы Шлезингера там, через некоторую конструкцию приводит квантовые задачи системы частиц. Системы частиц типа Калоджера, с которой мы вообще начинали этот курс лекций там, на первых занятиях. Ну давайте вот мы начнем вот с этого, вот с этой конструкции. Но если время останется, я вот что-то про это расскажу. Так, ну, значит, ну и так вот, как я, так сказать, продекларировал уже, мы собираемся перейти к квантовой задаче. Ну, для этого нам нужно написать квантовые гамильтонианы. Вот гамильтонианы написаны сверху. Давайте их немножко еще подробнее напишем, что это S, I, T, A, B, да, след раскрываем. Здесь еще сумма по AB. Вот сумма по K не равна I от единицы до N, сумма по AB от единицы до N большого. И здесь S, A, B, I, T, S, B, A, КТ, и минус ZK. Вот выражение, которое написано сверху. Ну, при квантовании, значит, что? Значит, при квантовании что происходит? Мы должны сопоставить нашим динамическим переменным операторы, действующие в каком-то гильбертовом пространстве. Ну, значит, вот такой простой, достаточно наивный рецепт квантования может вот в чем состоять. Состоять в том, чтобы задать просто явно операторы, у которых скобка Пуассона будет
у которых коммутационные соотношения будут такого же вида, как вот это скобка Пуассона. И мы знаем, что такие операторы как раз существуют, потому что эта скобка Пуассона Ли, построенная просто по структурным константам алгебры Ли, SLN. То есть вот эта скобка сама по себе уже появилась. Откуда? Из того, что мы знаем, что EAB и ECD, да, это вот эти вот матрицы с единичкой на этом, в этом месте, которые вот сюда в определении перестановки входят, они как раз и есть, они как раз удовлетворяют вот с точностью до знака вот этим вот самым коммутационным соотношением. Ну вот знак другой, да? Значит, то, что мы тогда можем выбрать в качестве квантования, это вот отвечает как раз ровно тому фундаментальному представлению, которое мы тут тоже неоднократно уже использовали, что давайте считать, что значит, SAB действует как минус EAB. Ну тогда вот тогда коммутационные соотношения на E будут согласованы вот со скобкой на S. А кроме того, у нас еще есть здесь индекс I. Да? У нас вот эти вот EAB действуют на какое-то векторное пространство, на какое-то V. Теперь у нас их I штук. И мы знаем, что скобки Пуассона разные, в смысле, они нулевые между S с разными значениями I. То есть у нас должно быть тогда и векторных пространств для каждого своего S, сидящего в какой-то отмеченной точке. Сидящего в отмеченной точке, это я говорю, имея в виду, что S it является вычетом этого L там, в своей отмеченной точке. Да, то есть у нас должно быть наше гильбертово пространство, это есть V1, тензорный и так далее, Vn маленькое. Вот. А размерность каждого V равняется n большой. И вот S it как оператор, он должен действовать V it. Да? Значит, тем самым мы тогда должны написать, что S это вот скорее без значка I, а вот если мы добавляем значок I, да, то мы должны тогда этот оператор реализовать следующим образом. Мы должны значит, написать тензорное произведение из единичных операторов, а на этом месте, на каком-то одном, вот, поставить этот самый EAB. То есть во всех компонентах тут вот единички стоят, единички, в смысле матричная единица размера n. А в этой компоненте стоит вот EAB. Ну еще знак минус. Вот, вот такая реализация. Ну, такая самая простая и естественная. Ну тогда давайте напишем, а что у нас получится при этом. То есть вот, вот это вот наше теперь. Вот всего тут этих компонентов n штук, здесь их тоже n штук, вообще вот это вот можно назвать гильбертовым пространством модели Гадена, ну и на самом деле и Шлезингера, это гильбертово пространство одно и то же. Вот, кто теперь здесь будет гамильтонианом? Вот квантовый гамильтониан. В таком случае, ну вот здесь мы работаем в конкретном представлении, да, то есть это не объект типа универсального, мы могли написать просто вот генераторы какие-то, не фиксируя то, как именно они там действуют в каких-то, в каких-то пространствах, то есть, так сказать, оставить выбор представления на потом. Но мы для простоты будем считать, что мы уже его даже зафиксировали. Так нам будет еще проще работать, хотя вот, ну, могу только повторить, что это делать не обязательно.
Вот, ну, подставляем туда S, I, S, K, вот, вот сюда, да. Значит, то есть мы здесь просто вешаем шляпки. Давайте так напишем, что это вот сумма по K не равным I, сумма по всем AB от единички до N. Ну и перемножаем, да, то есть вот что мы сделали сейчас, мы вот сюда повесили шляпки и подставляем вот этот оператор. Ну тогда у нас здесь будет вот E, AB вот в этой компоненте, E, BA в катой компоненте. Ну остальное все единичками дополнено, я уж не буду их писать. Ну вот, мы видим, да, что это объект, который здесь стоит, это просто вот этот самый оператор перестановки. Только здесь у нас вот EAB сидит в первом пространстве, а BA во втором. Значит, а здесь эти перестановки, это перестановка между N маленькое пространствами. И нетривиальная это перестановка между ИТой и КАТой компонентами. То есть, иными словами, можно написать такую формулу, что сумма пока не равна I, а P, I, K, Z, I минус Z, K. Вот. Вот такое простое естественное квантование этих гамильтонианов существует. И на самом деле это, так сказать, это... Но это верно и для модели Гадена, и для системы Шлезингера, это не важно тут. Пока что там наша, эта самая автономность или неавтономность ни на чем не сказывалась. Вот пока что вот то, что здесь написано, вот это квантовые гамильтонианы Гадена. Квантовые гамильтонианы Гадена. Ну и можно вот решать квантовую задачу, то есть задачу на собственные значения, на собственные вектора. Да, то есть вот. Вот найти h маленький и пси — это и есть квантовая задача для модели Гадена. А теперь да, обратим вот еще на что внимание, что, естественно, для того, чтобы у такой квантовой задачи, это система именно уравнений, да, вот i бежит от единицы до n, для того, чтобы у операторов был общий собственный вектор, они должны коммутировать. Вот. Если они коммутируют, такой вектор есть, такие вектора есть, и эта задача, так сказать, осмысленная, ну и хорошо проверить. Действительно ли операторы, которые мы построили, будут этому свойству удовлетворять. На самом деле мы помним там, из нашего, опять же, там, из предыдущих лекций, что вот объект, который здесь стоит, это простейший пример классической R-матрицы. Вот мы с этого тоже начинали там, на первых лекциях, когда писали R-матрицу, вот такую. И с помощью нее, вот в том числе, вот эту вот скобку линейную записывали. Вот. Ну и тут вот даже удобнее в какой-то степени вот такую общую запись использовать, то есть не писать прям явно операторы перестановки, а написать просто, что то, что здесь стоит, это классическая R-матрица. Ну, давайте вот там для случая n равно 3
напишем просто явно, что у нас получится. Вот H1, значит, H1 это тогда будет сумма до 3 по k не равным i, то есть по k не равным единице. Значит, начиная, k может принимать значение 2 или 3. Да? Значит, h с крышкой будет тогда равняться r1, 2, z1 минус z2. Плюс R1, 3, Z1, минус Z3. Точно так же H2 равняется теперь 2, 1. И H3 равняется 3, 1. Плюс 3,2. Вот. Ну, давайте проверим, что они коммутируют. Ну, вот напишем напишем H1 с H2 коммутатор. Ну вот мы еще вспомним, что мы работаем в классе антисимметричных R-матриц, это согласуется именно еще вот с тем явным видом, которым мы тут пользуемся. А мы пользуемся вот такой R-матрицей, и для нее это, конечно, верно. Да, то есть вот это вот, то, что здесь стоит, равняется минус R1, 2. Да? Вот, это минус R1, 2, Z1 минус Z2, а это минус R1, 3, Z1 минус Z3. Так, ну и, соответственно, это вот тоже минус R2, 3. Вот. Ну и тогда вот при коммутации, это я к чему сказал, к тому, что это с этим будет коммутировать, значит, а не нулевой будет получаться вот этот вот коммутатор, да, и вот это с этим пишем. Значит, давайте, так, я сокращенные аргументы не буду писать, R1, 2 с R2, 3. Аргументы однозначно восстанавливаются вот по этим индексам, да. Значит, а теперь вот этот с этими двумя, значит, плюс R1, 3, здесь минус R1, 2, и плюс R1, 3 с R2, 3. Так, ну вот то, что здесь стоит, это можно записать вот так. Вот. И это должно равняться нулю, и это действительно равно нулю, потому что это уравнение Янг-Бакстера, классическое. Это классическое уравнение Янг-Бакстера, которое нам нужно было для того, когда-то в механике, да, когда мы там именно классическую механику проходили, которое нам нужно было для того, чтобы R-матричная скобка Пуассона удовлетворяла то же, что и Кобе. То есть вот эти вот пространства 1, 2, 3 в механике имели совершенно другой смысл. Они были матричными пространствами для матриц Лакса. И мы, когда тожество и Кобе составляли, вот мы получали вот это вот уравнение таким способом. Мы писали L1, L2, скобка с L3, да, плюс циклическая перестановка. И вот из него видели, что если это уравнение выполняется, то и вот это требование тоже выполняется. И здесь вот 1, 2, 3 были пространствами, именно матричными пространствами вот этих самых матриц Лакса классических. А здесь 1, 2, 3, ну и там больше, может быть, да? Это квантовые пространства. Это пространство операторов,
значит, действующих на первую, вторую и третью компоненты Гильбертова пространства квантовой модели Гадена. Вот в этом разница. Но, тем не менее, все равно замечательно, что вот классический объект, тоже пришедший из классической механики интегрируемых систем, он таким естественным, простым способом вот присутствует при описании квантовой системы. Так, вот мы убедились, что эти гамильтонианы коммутируют. Ну, то есть убедились для двух, но можно проверить и для остальных. Вот там упражнение. Проверить, что ошитое, ошитое равно нулю. Вот для любого n. Здесь надо тогда вот иметь в виду, что ну, вот если добавится еще четвертая, да, точка, то здесь будет еще R1,4, там здесь R2,4, R3,4 и четвертый гамильтониан еще надо написать. Тогда вот как вы будете коммутировать, скажем, там H1 с H3, вот R3,2 и R1,4 коммутируют по определению, просто потому что они действуют в разных пространствах. У них они друг за друга не цепляются. То есть вот когда вы будете коммутировать полные суммы, вот, то в них ненулевые вклады будут давать только те слагаемые, у которых есть хотя бы одна общая компонента УР-матрицы. Вот. Ну и вот, так сказать, с этим комментарием на самом деле все остальное тут довольно просто. Вот, по аналогии вот с тем, что написано, делается. Теперь мы, значит, начали мы эту лекцию с того, что мы хотим рассматривать не модели Гадена, а их неавтономное обобщение, то есть систему Шлезингера. Отличаются они тем, что времена в них теперь, ну вот, отождествляются с этими самыми отмеченными точками. Тогда, смотрите, тогда... Вот как мы там писали? Мы писали, что DF уравнение Гамильтона в неавтономном случае как устроено, что DF по DT есть скобка HSF вот плюс производная по явной зависимости от времени. Вот есть такой подход к неавтономной механике, что вот это вот слагаемое уравнение Гамильтона надо интерпретировать таким образом, что вот если у нас была исходно какая-то симплектическая, там, допустим, пуассонная структура или симплектическая просто проще говорить, потому что она аддитивна, что вот если здесь была какая-то омега-0, давайте так, вот автономный случай, обычная механика, в автономном случае df по dt есть hsf. Вот пусть вот эта вот скобка связана с омегой 0. Тогда вот омега, отвечающая вот этому уравнению неавтономному, можно понимать так, что это расширенная симплектическая структура. Это, значит, ее основной кусок пришел из автономного случая, а еще мы добавим сюда dhdt. То есть мы вводим в симплектическую структуру прямо гамильтониан и считаем его канонически сопряженным времени. Да, то есть это аналог пары переменных pq, каких-то канонически сопряженных, между которыми скобка равна единице. То есть вот у нас была, здесь была какая-то симплектическая структура, пуассонов бивектор π, пуассонова структура, а мы ее еще расширили, мы еще добавили вот еще один сюда элемент.
не один элемент, то есть надо посчитать еще тогда скобку H со всеми. Вот мы ее увеличили, ранг увеличили на единичку. Размер π. Вот, и тогда вот этот вот кусочек в уравнениях движения можно понимать просто как следствие вот, расширения вот этой симплектической структуры. Но что это означает? Это означает, что вот у нас, значит, мы вот в новые скобки, вот это было там π0, а вот π это уже та большая, да, которая включает h и t. Вот в ней скобка Пуассона между h и t равна единице. И когда мы будем квантовать, то так же, как p квантуется в виде d по dq, точно так же h тогда будет квантоваться как d по dt. И вместо уравнений Шрёдингера в автономной механике, квантовой механике, вне автономной квантовой механики, вне автономной квантовой механики, значит, будет нестационарное уравнение Шрёдингера. Нестационарное уравнение Шрёдингера. Ну, которое на самом деле вот есть вот это равенство просто, что там dt пси равняется h пси. Ну, вот t у нас это z, dz, давайте напишем пси, равняется h и t пси. Это тоже система уравнений и бежит от единицы до n. Вот. Вот такая квантовая задача, которая теперь есть система нестационарных уравнений Шрёдингера. Значит, смотрите, что произошло. Вот мы теперь у нас появился вот такой набор операторов, и мы для того, чтобы у них был собственный вектор, мы тоже хотим, чтобы они между собой коммутировали. А при этом гамильтоняны остались теми же, действуют в том же пространстве. Тут все аналогично вот той связи между системами Гадена и Шлезингера, о которой я рассказывал в механике. Там были одни и те же гамильтоняны, одни и те же скобки Пуассона. Здесь одно и то же гильбертово пространство, тоже одни и те же квантовые гамильтоняны, но значит, разные уравнения движения были там, а здесь вот разные уравнения Шрёдингера. Но вот эти, значит, вот эти вот теперь уже связанности, да, они тоже между собой коммутируют. Это, в общем, несложно понять. Вот смотрите, у нас, ну вот проще всего, может быть, тоже посмотреть пример, там, взяв i равное единице и g равное двум. Вот мы тут считали этот коммутатор. Теперь, значит, если мы к этому h добавим d по dz 1, а к этому d по dz 2, то что у нас еще возникнет? У нас этот d по dz1 из h1, который к h1 прибавится, он подействует вот, вот сюда, да, на r2,1. То есть будет dz1, r2,1, z... извиняюсь, здесь вот надо было написать 2,1. z2 минус z1. А добавление d по dz2 вот сюда, да, к h2, оно зацепится вот за этот r1,2.
Здесь будет минус. Вот дополнительно я пишу дополнительные слагаемые, которые появятся от того, что мы теперь будем коммутировать не просто аши, а еще аши с dpdz-ами. Минус dpdz2, r1,2. Вот, и это выражение, оно на самом деле есть dz1 плюс dz2. Вот, используя антисимметричность. На r1,2 со знаком минус. r1,2 от z1 минус z2. Ну, это, конечно, равно нулю. Просто потому, что это функция от разности, а здесь стоит сумма. Вот. То есть добавление гамильтонианом dpdz-ов коммутативность этих операторов не нарушает. Совместность уравнений выполняется. То есть это осмысленная задача вот на поиск решений общих для всех вот этих операторов. А использовали мы тут то, что R-матрица зависит от разности координат, и R-матрица антисимметрична. Вот, и этого оказалось достаточно. Более того, на самом деле мы видим, что вот эти вот, что эта коммутативность, так сказать, она складывается из двух кусков. Вот члены вида RR отдельно сократились в силу уравнения Янга-Бакстера, а члены вида DR тоже, так сказать, отдельно сократились, не смешиваясь с этими, просто в силу вот, вида зависимости R-матрицы от спектральных параметров и антисимметричности. Поэтому на самом деле мы можем написать, что в общем случае мы еще можем повесить произвольные константы. Вот сюда какую-то h, а сюда какую-то ню. И тогда, так сказать, коммутативность интегралов, коммутативность вот этих операторов не испортится. То есть мы можем написать такую систему уравнений. И это уравнение, система этих уравнений называется уравнением Книжника-Измолочкова. Вот, Книжник-Измолочков вывели эти уравнения, то есть они, во-первых, действительно не зря называются Книжником Измолочковым. Другое дело, что они выводили эти уравнения совершенно из других соображений. Никак не связанных с системами Шлезингера, связанных с изучением конформной теории поля. Ну и выводили они как раз вот для случая, когда вот эта самая R-матрица — это перестановка разделить на разность спектральных параметров. Вот. А эту интерпретацию, вот, очень удобную и такую понятную, этих уравнений, вот, как квантование системы Шлезингера, эту интерпретацию предложил Риши Тихин. Вот мы ей как раз и будем пользоваться. Собственно, мы ей уже воспользовались, мы эти уравнения написали, а теперь наша цель будет состоять в том, чтобы увидеть, что вот эта система уравнений вот еще там через несколько шагов приведет нас квантовой задачи для системы частиц. Так.
Ну, давайте посмотрим, как это делается. Так, давайте посмотрим, как это делается. Ну вот, напишем просто вот эти уравнения в явном виде, в смысле, просто распишем их для n равно 3. Напишем, что это h dz1 psi на ню r1, 2. Давайте я не буду писать аргументы. Аргументы восстанавливаются. Ню r1, 3 на пси. Так вот, это первое уравнение. Вот отсюда, да? Ну, аналогично пишется еще два. Но мы давайте пока посмотрим прямо на первое. И подействуем слева, еще применим еще один раз h dpdz. Тогда получится h d2z1, h квадрат. Вот, это в левой части. А в правой части вот этот еще один h dpdz сначала подействует сюда, а потом сюда. Когда он действует сюда, получаем, ну вот, что есть, то есть. R1, 2 штрих, это производные в смысле, да, по z1, плюс ню h R1, 3 штрих. Так. А когда мы действуем h dz1 на пси, то мы пользуемся вот исходным уравнением, да, и просто тогда нам нужно возвести то, что здесь стоит, в квадрате. В квадрат возвести. Здесь стоит ню r1, 2 плюс ню r1, 3 в квадрате. Так. Теперь давайте распишем вот этот квадрат. Этот квадрат есть ню квадрат r1, 2 в квадрате плюс ню квадрат r1, 3 в квадрате плюс вот смешанные члены. Они будут сначала r1, 2, r1, 3 и еще r1, 3, r1, 2. Да? То есть антикоммутатор. Будет ню квадрат r1, 2, r1, 3 с плюсом. Да? Антикоммутатор. Вот, аналогично можно все то же самое написать вот для второго и третьего уравнения. R2, 1 штрих, да, значит, ню h. R2, 3 штрих, а здесь будет... что ню квадрат r21 в квадрате, ню квадрат r23 в квадрате плюс ню квадрат антикоммутатор r21, r23. Ну и последний тоже уж напишем. Так, в последнем 3,1 и 3,2, да? Значит, R 3,1 штрих, R 3,2 штрих, ню квадрат R 3,1, ню квадрат R 3,2 в квадрате и ню квадрат на антикоммутатор R 3,1, R 3,2. Так, вот написали. Да, и у нас, смотрите, у нас R-матрица, вот эта R, ита и жита, она антисимметричная была. А производная ее будет наоборот, симметрична. Вот если там взять производную по dz1, то увидим, что значит, такой объект уже будет симметричным. Ну, это понятно, вот и просто
вот из этого определения. На самом деле, давайте мы его и мы воспользуемся. Давайте теперь подставим сюда не общую R-матрицу будем изучать, а вот именно такую. Так, тогда R-штрих EG. Это есть P EG со знаком минус Z и минус ZG в квадрате. Что у нас тут еще присутствует? Еще присутствует квадрат. Мы знаем, что перестановка в квадрате равна единице, да, значит R и G в квадрате это есть единичка на Z и минус ZG в квадрате единичка, как тождественный оператор. То есть это тензорное произведение матричных единиц, которые в каждой компоненте. Вот, а еще у нас есть вот эта сумма антикоммутаторов. Давайте я оставлю в качестве упражнения, что вот эта вот сумма упражнения. Вот нужно взять прямо именно вот такую R-матрицу. И для нее просто проверить, что сумма антикоммутаторов равна нулю. Вот. Ну, для этого нужно просто вот использовать свойства операторов перестановки, да, что вот если мы перекидываем их местами, то соответствующие, если мы P2,3 проносим влево, то эта двойка меняется на тройку, да, то есть это P2,3 на P1,3, так, и значит, если мы теперь P1,3 еще тоже проносим влево, то эта тройка меняется на единичку. Вот, ну, вот этих свойств оператора перестановки достаточно, чтобы в этом убедиться. Ну, а тем самым, значит, когда мы все сложим, ну, в действительности все то же самое выполняется и для любого n маленького. Это мы просто тут продемонстрировали для n равной 3. Ну и в общем случае все то же самое будет выполняться, поэтому теперь умножим на 1 вторую и все это сложим. Значит, получится такая вещь. 1 вторая h квадрат сумма d по dz и t в квадрате на пси. Равняется 1 вторая сумма по i неравным g. Да, теперь смотрите, когда мы будем складывать, тут вот у нас есть R1, 2 штрих, да, и R2, 1 штрих. Вот мы уже сказали, что они равны. Ну, там, давайте сначала напишем даже просто. Сначала напишем, давайте вот так просто. Что это h ню мы можем сразу это использовать. На самом деле у нас тут и квадраты тоже дважды входят. Вот не только штрихи будут объединяться в пары. Вот это, скажем, с этим. Там, а это с этим. Ну и квадраты. Они у нас тоже тут присутствуют по две штуки. R1,2, R2,1. Там, R2,3, R3,2. И вот эти еще. 1, 3, 3, 1. То есть и член с производными, и квадраты, и их по две штуки. Поэтому мы можем тут поставить сразу сумму не по i равным g, а по i меньше g. Да? Вот, значит, убрав эту одну вторую. Ну, а здесь вот что останется, то останется. Значит, останется здесь что? H ню умножится на что? На R штрихи. R штрихи — это, вот мы знаем, что такое. Это минус P и G на Z и минус ZG в квадрате. А еще там были
Квадрат — это единичка. Только не ашню, извините. Здесь-то ашню. А здесь ню квадрат. Z и минус z g в квадрате. На пси. Да. Ну или так покрасивее немножко еще напишем. И меньше g. Ню квадрат минус ню h на p и g. Z и минус z g. Вот такой получился ответ. И мы видим, что мы пришли к уравнению Шрёдингера на написанному на систему взаимодействующих частиц. Причем система взаимодействующих частиц в количестве равном количеству отмеченных точек в модели Гадена исходной, а точнее в системе Шлезингера, потому что вот без системы Шлезингера почему нам важна была система Шлезингера? Вот без нее не было бы вот этих самых квантовых импульсов, которые здесь стоят, кинетической энергии. Именно они, вот их наличие, нестационарность сказалась на том, что у нас вот нестационарные уравнения Шрёдингера, там были d по dz и t, которые были времена, а теперь они стали координатами частиц. Ну вот, единственное, что здесь стоит еще оператор перестановки, то есть на самом деле это квантовая задача для спинового коуджера. Ну, для спиновой модели коуджера Мозера. Это та самая модель частиц, с которой мы начинали. Значит, там мы говорили о том, что там вот гамильтониан классический был p и t в квадрате пополам минус ню квадрате на 1 qi минус qg. Это в беспиновом случае. Здесь стояла константа связи ню. А в спиновом случае нужно было, давайте это без спина, да, без спиновая. А в спиновом случае, вот здесь вот в потенциале нужно поставить вот классические спиновые степени свободы. Но кинетическая энергия та же самая. Аж спин. Это классический объект, а это его квантовый аналог. Почему? Ну, в принципе, это можно понять вот таким образом, что давайте поясним. Что, смотрите, вот мы тут явную уже реализацию оператора перестановки использовали, но могли бы просто написать, что p и g это, ну, собственно, мы так и писали на самом деле, e, a, b, там, и t, e, b, g, t, да, в житой компоненте. Только мы имели в виду, что e, a, b — это уже конкретные матрицы. А давайте пусть это просто будут генераторы алгебры Ли, SLN там, или GLN, которыми мы пользуемся. Мы знаем, какие должны быть коммутационные соотношения на эти E. Вот коммутационные соотношения уж точно должны быть в алгебре Ли, ну вот ровно такими же, как они реализуются, когда там речь идет о матрицах. Но эту реализацию можно таким способом еще организовать, что можно сказать, что E, A, B — это кси
А и Т. Это Б. Это Б. Давайте КТ. Здесь сумма пока. Где КСИ АК и КСИ БЛ это канонически сопряженные переменные. Вот можно таким способом реализовать, увеличив число переменных, можно реализовать генераторы алгебры Ли. Ну вот, тогда вот если мы подставим теперь вот эту реализацию сюда, сейчас, наверное, я зря так сказал. Давайте вот что сделаем. Сумма тут не нужна, а нужно вот поставить вот этот k вот здесь, значок, да, что мы в k-той компоненте используем вот такую параметризацию. Ну вот, тогда если мы подставим и возьмем классический предел, в классическом пределе это вот это становится просто переменными на фазовом пространстве, на которых теперь ну, точно такая же скобка Пуассона. Просто не коммутатор уже, а скобка Пуассона. Здесь вот это были операторы, а здесь это будет скобка Пуассона. И тогда то, что здесь получится в классическом пределе, смотрите, что у нас здесь стоит КСИ, А, ИТ, это Б. Тоже ИТ. Значит, здесь КСИ Б житое, это А житое. И сумма по всем АБ. Тогда вот мы объединим сумму, вот назовем S и жито вот такой величиной. Это C и XI. Нет, давайте вот так сделаем. Это значит сумма по C, XI и вот XI и C это G C. Тогда смотрите, вот то, что здесь написано, будет берем сумму по А, это будет S и G. Берем сумму по B, это будет S, G, I. То есть в классическом пределе перестановка, я что тут вам, так сказать, объясняю, что перестановка, оператор перестановки в классическом пределе это ровно вот это вот выражение. Да, и можно, кстати, проверить, что действительно, что это мы тут не просто так из головы выдумали, а что вот из этих скобок действительно будет следовать, что S и G с SKL будут давать ту самую нужную нам скобку SKG дельта L минус SL дельта KG. Вот. Ну и поэтому это действительно то, что мы получили. Мы получили гамильтониан спинного коллоджера, только квантовую версию. Но в принципе есть еще способ, так сказать, получить, еще сделать один шаг и здесь же получить уже не спиновый, а без спиновый коллоджера. Для этого нужно вот пси у нас это какой-то вектор из гильбертова пространства, который вот был произведением V там, от тензорного произведения от единички до n, вот элементом отсюда. А теперь возьмем, давайте вот его как кет-вектор обозначать. А возьмем двойственный к нему
омега, не к нему, точнее, а возьмем из двойственного пространства такой вектор омега, который обладает свойством, что операторы перестановки на него действуют тождественно. То есть вектор ко-вектор симметричный относительно действия перестановок. Его на самом деле несложно построить, это известно, очень простая конструкция. Нужно просто взять там тензорные произведения базисных векторов во всех компонентах и симметризовать их. Написать такую симметризованную сумму, и тогда по определению просто перестановка будет действовать единичкой на такой ко-вектор. Тогда, после этого, если мы вместо пси вот здесь рассмотрим уже вот такую скалярную величину, это был все-таки вектор вот из такого большого пространства. А теперь возьмем скалярную величину омега пси. Тогда она будет удовлетворять уже уравнению, вот назовем ее там как-то пси-штрих. Вот тогда вот этот вот пси-штрих будет уже решением такого уравнения d по dz и t в квадрате, вот сумма по i, значит, минус ню квадрат минус ню h. Перестановку мы просто заменяем на единичку, потому что он действует на омегу единицы. Zi минус zg, сумма по i меньше g в квадрате. Все это применяется к пси, к пси-штрих. Вот, то есть получаем квантовую задачу для рациональной системы Калоджера. Единственное, что у нас в правой части не хватает, то есть по-хорошему нам нужно было бы здесь, вот, чтобы совсем полноценная задача была, нужно было бы здесь написать какой-то Е-пси-штрих, да, задача на собственное значение, уровень Шрёдингера. Вот это Е здесь у нас равно нулю, но его на самом деле тоже можно добавить. Для этого нужно было в системе Гадена или Шлезингера еще ввести твисты. Вот мы писали там матрицу L как сумма S-ых на Z минус Z-ыты, но на самом деле можно еще сюда добавить некую матрицу, диагональную постоянную матрицу лямбда. От этого ничего не меняется. В смысле, интегрируемость не нарушается, там в уравнениях движения добавляется просто некий кусочек еще коммутатора с этой лямбдой. Вот. А в остальном там вся схема рассуждений не сильно усложняется. Вот. Но зато в результате вот эти вот лямбды потом после всех сделанных шагов, да, нам нужно рассмотреть систему Шлезингера, там классическую, потом ее прокомментовать, написать вот в виде уравнения Книжника-Замолотчикова, потом, значит, посчитать там, квадраты вот этих вот связностей, и потом спроецироваться еще вот вдоль симметризованного направления вот такого. Тогда мы получим здесь вот это вот Е, как функцию от лямбда, а именно мы получим Е, можно это даже написать в явном виде, что Е, и вот если не ошибаюсь, она будет так устроена, М АТ лямбда АТ в квадрате, где М АТ это количество, давайте для простоты будем считать, что N равно 2, n равно 2, то есть у нас Гаден, который мы описывали, вот эти все пространства были двумерные. Там в каждом там базис состоит из состояния там, спин вверх, спин вниз в каждой точке. Тогда вот эти вот ma, на самом деле здесь a от единицы до 2 бежит, да? Это вот если мы все точки в Гадене так условно изобразим, то вот их всего n маленькая штука, вот в каком-то количестве m из них спин перевернут, а в остальных не перевернут. Так вот, то, что здесь написано, это просто обобщение на GLN,
Вот такого выражения, что значит лямбда 1 в квадрате на n минус m плюс лямбда, извините, на m плюс лямбда 2 в квадрате на n минус m. Вот. То есть квантовые числа в системе Гадена, количество спинов вверх и спинов вниз, определяют в конечном итоге собственное значение в задаче уже в системе частиц.